Взгляд только вперед, ни в коем случае нельзя смотреть на ноги или сноуборд. Нельзя заваливаться и тормозить. И главное, не бояться. Такие советы дают тренеры своим ученикам-сноубордистам перед покорением первого трамплина. Эти ребята выполняют трюки уже без трепета в груди. Когда прыгаешь, ничего не чувствуешь. Ты сосредоточен на цели, на трюке. И все. Но уже опыт уже многолетний получается. Уже такой, как к обычному этому относишься. Здесь лучшие сноубордисты страны. Спортсмены уже прошли два этапа Кубка России, прежде чем приехать сюда. Полтора дня на тренировку, и они готовы показать местным свой уровень мастерства. За ними наблюдают будущие чемпионы. Эти дети уже не раз выезжали на соревнования и успели подхватить азарт. По их мнению, чем сложнее, тем интереснее. Зависит от сложности трассы. В разных городах бывают по-разному сложные трассы. Где-то они более сложные, где-то легче. Это очень интересно, увлекательно, захватывает дух. Спасатели здесь не случайно. Чем сложнее, тем больше травм. Не всегда прыжки завершаются мягкой посадкой. Это самая зрелищная дисциплина. Вращение вокруг своей оси в полете, сальто назад, захват канта доски – все это big air. Красиво, опасно, быстро. Длина пролета у парней 14 метров, у девушек 8. Многие из этих ребят, чтобы достичь такого уровня, занимаются по 8-10 лет. Каждый прыжок отточен сотней попыток. И все равно самое сложное, по мнению участников соревнований – выполнить качественный прыжок и хорошо приземлиться. То есть не коснуться руками, чисто на ноги приземлиться. Должен красиво смотреться, стильно выполнен. Технически должен быть сложный трюк. С долгим грэбом, захватом доски. То есть как можно больше сделать вращений. Вот, в принципе, и все. Все критерии оценивания. Надежный крепеж и профессиональная защита. Пренебрежение правилами безопасности может привести к фатальной ошибке. На кону слишком много – заработок, путешествия и знакомства. Сегодня ребята покоряют большой трамплин. Второй день соревнований – слоупстайл. Серия акробатических прыжков на пирамидах, дропах и перилах. Соревнования проходят в формате и Международной федерации сноубординга, это World Snowboard Tour, то есть набирают очки они там, и под эгидой Международной лыжной федерации ФИС. То есть зачет идет формат в двух зачетах, получается. Победителей этих соревнований ждет большое будущее, возможность участия в Кубке Европы и даже чемпионате мира. Сегодня землякам не удалось поймать фортуну за хвост. Сахалинские ребята заняли 4-е место.